в ужасной пробке и приду позже. Всем привет и добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами будем играть в Baby Lirios. Это вторая часть оригинального ребенка в желтом. То есть это как бы теперь история про, видимо, его сестренку, долбанашку. Давайте посмотрим, что мы имеем. Поехали. Ой, смотри, это же... Не, слушайте, мне кажется, просто ребенок в желтом, который отрастил несколько волос. Да, здрасте, алло. Эй, привет, у тебя есть несколько часов, чтобы удивиться, что... Тебе нужно быть дома в 7. Люблю тебя, пока. Короче, ладно. Приветики. Ой-ой-ой. Так ты теперь девочка стала? Ребята, она теперь девочка. Теперь у нее не писюнчик, а писюша. Ой, как мне этого не хватало. Ха-ха, когда я еще смогу... Извини, пожалуйста. А ты еще так можешь повторить? Сколько тебе нужно побить? Сколько тебе нужно побить, чтобы ты опять заныла? Тебе нравится так? Смотри на нее. Мне кажется, она прошла испытание в космос. Она ноет. Она ноет, смотри. Ее можно кидать, она ноет. Где она? Кажется, ногу сломал. Ничего страшного, это космос, детка. Будешь дочерью Илона Маска. Знаешь, как работают дети Илона Маска, получается? Вот так. Запуск вертикальный. Блин, она как голубь. Ну-ка, давай я тебя на лестницу закину. И... Да, подожди, на лестницу. Да как тебе кинуть-то? Сейчас тебе на лестницу кину. Оп. Ну что ты, подожди, ты должна была скатиться. Типа это... Я заботливый отец, давай. Ну, может быть, тебя подтолкнуть? Давай, я тебя толкаю. Нет, ты на меня не смотри. Какая прелесть, какая... Ой-ой-ой. Ладно, у нее потом синяки будут, родители придут, не поймут. Ну все, не ной, все. Садись, садись. Дай ноги не раздвигай. Нормально легла, как истинная леди. Найди маску, чью маску? Вот это маска? Что-то здесь какие-то штуки, дождь, наверное, идет. Маску, что за маска? Какая маска? Найди маску. Может быть, здесь маска? Может быть, это означает бутылочка? Это маска? Это маска, ты как думаешь? Что? О, какать хочешь? Ладно, давайте пойдем искать. Find the mask. Найди маску. Что за маска? А, вот. Ой, надень на ребенка. Она что, каннибал? Бляха, если она каннибал, у меня плохие новости. Это значит, что она меня сегодня можешь съесть. Так, мне сказали это на тебя надеть. Ни хрена себе, она реально девочка-каннибал. Надо ее это расслабить, ну, немножечко взбить, чтобы она меньше кусалась. Вверх, вниз. Это зарядка. Зарядка, детская акробатика, там, чтобы ручки, ножки хорошо работали. Это называется детская акробатика. А можно ее на люстру положить? Нет, нельзя. Ладно. Найди бутылку в холодильнике. Так у меня есть, смотри. Ой, упала, подожди сейчас. Добрая нянечка, на. Фу, ты обосралась, ты знаешь? Не люблю обосранных детей. Давайте на вытянутой руке буду тебя нести. Да не ной. Сейчас я тебя, чтоб не это самое. Вот здесь посиди, пожалуйста. Блин, она такая несчастная. Она прям не понимает, что с ней происходит. Мне кажется, еще немного, и она меня убьет. Так. Как это менять? Как это... А, тебе, наверное, нужно сюда положить, да? Так, и чё? Так, get new happy, давай. Чё? А где ребенок? Что это за енот? Ну, енот не прикольный, он не орёт. Давайте его в холодильник засуну. И чё, ебобо, ты что там делаешь? На тебе енота по голове. Ну и нахрена ты там сидишь? Нормально тебе? Вот, а я потом хожу, говно оттираю со всех стен и потолков теперь. Вот тебе не стыдно? Ага. Сейчас, подожди, я енота поставлю сюда. Вот теперь я в наказание твоего енота заморожу, ты поняла? Водит она говном там по этому самому. Сейчас я тебе знаешь куда? Сейчас, подожди, где там твоя кроватка? Чтоб ты понимала, каково это. Сейчас я найду твою кроватку. Компьютер, я чё, летсплеер, что ли? Так, вот, твоя кроватка. Вот, нравится тебе, когда у тебя говно везде размазано? Нравится! Ну вот и живи теперь с этим. Давай, поелось там побольше, чтобы какашек было тебе побольше. Чтоб пахло вкусно. А пахнет, як вкусно, да, моя дорогая. Вот такая вот нынешняя жизнь. Да, вот так вот люди живут в России. Бьются об косяки, когда детей несут памперсы менять. Да, ты что хотела? Суровое воспитание российское. Да, да, вот, вот, вот. Вот такой вот взгляд на меня периодически смотрит каждого ребенка. Ладно, давай трусики меняем. Вот, теперь не воняешь. Положить тебя в кровать, Baby Lirios. Пойдем, я тебя положу в кроватку. Ну, конечно, тебя святое буглы побить. А это что, это компьютер? О, можно... О, это там про твоего брата, подожди. А моего летсплея, интересно, нету? А мой есть летсплей, слышь ты? Нет, это явно не я играю. Эх, это явно игра не... Ой, извини, пожалуйста. Ой-ой, прости. Прости, я не хотел. Ложись спать. Спать пошла? Да не ной! Заткнись! А я пошла смотреть мультики. Взрослые мультики. Сейчас как раз время для взрослых мультиков. Так. Put Teddy... А, мишку в кровать? Какого мишку? Это енот. Я думала, тут ребенок желтый. Какой мишка? У тебя есть мишка? На, мишку. Тебе понравилось? Это мишка. Turn light. Все, спи. Чтоб сидела здесь, не пердела, поняла? Вот. Поиграй в компьютерные игры. О, это про меня игра. Ну, давай. Смотрите, это ж ребенок в желтом. Дай. Я играю вообще-то. Проверить маленькую жопу. Так, что делаем? Да иди ты нахуй.
Нахрена здесь этот енот? Нахрена здесь этот енот? Да иду я не ной. Нахрен этого енота, выкинуть его. Бомж какой-то с улицы пришел. Где она ноет-то? Сейчас, подожди. Господи, я думала, он за мной летит. А что здесь? Так что, у меня здесь склад енотов, что ли, будет? Блин, а он не помещается. Он не помещается. Может быть, его давайте пожарим? Пусть жарится. Да иду я не ной. Где она? Где она? Так, это мультики для взрослых, 18+. Ты что, охерела, что ли? Ты еще маленькая, такие смотреть мультики. А что у нее реально маска на роже? Ой, извини, пожалуйста, я тебе шею сломала. Извини. Хочешь, я сейчас из кубиков сложу букву? Жопа. Вот так у тебя палец в жопу. Оп, засунь. Давай, ложись спать. Чтоб не вставала больше, поняла? Телепузики, спать пора, уже давно пропели песенку. Это. А, я могу играть дальше в компьютер. Так, садись играть снова. Ура! Летсплей даже здесь! Летсплей в летсплей. Вот так вот, что, офигели, да? А как? Я ж не играю, я ж просто смотрю. 2 часа спустя. Замечательно. Ну, так, достань бутылочку из холодильника. Ну, пойдем, достань бутылочку из холодильника. А где мой ребенок? Он моргает, он моргает. Тоже моргал? Так, а какого он хрена вышел? Сиди здесь. Так, ебенок. О, сидит, пердит. Не, ну ты как свой брат. На, соси. Опять обосралась. Ну иди же, пассатижи. Вечно ты обсруньки. О, смотри, у нас есть зеркало теперь, да? Смотри, можно на твою жопу смотреть с обратной стороны. Можно нагнуть и посмотреть, как ты обделалась. Бедный обделанный ребенок. Сиди здесь. Стой! Куда стой! Куда пошел, сраный енот? Ну, вернись! Дал трусы. Я не Вот это приходы. Не надо было сосать трубочки всякие детские. Так, на. Я вот мне бы тоже что-нибудь бы сменить. Я тоже обосралась. Да иди ты в жопу, ребенок. Убери своих вот этих вот енотов. Мне они нахрен не нужны, дорогая моя. Спать пошла быстро. Будешь себя плохо так вести. Знаешь, что с тобой сделаю? Я тебя вот так вот буду бить, поняла? Вот так вот. Ну, что мы делаем с плохими детьми? Мы их бьем по жопе. Вот, сейчас я тебя буду на жопу бить. А есть какая-нибудь, может быть, бутылка или что-то из этой категории? Нету, да? Вот, ваза. Вот так вот я тебя буду бить. Понятно? По жопе. Это наказание. Наказание за неповиновение. Не надо приглашать с улицы енотов. Они разносчики всяких болезней. Поняла меня? Ты меня поняла? Но по глазам вроде бы как поняла. Надеюсь, что поняла. Потому что если не поняла, у меня для нее плохие новости. Все, спать. Да опять тебе медведя, что ли, класть? На. Все, спокойной ночи. Я пошла. А, посмотреть телевизор? Ладно, пойдем смотреть телевизор. А как же летсплей? Ладно, теперь настало время для взрослых фильмов. Я, по-моему, пукнула. Да, иди ты! Опять этот сраный енот! Иди отсюда! Меня смущает, когда на меня смотрят еноты. Я как бы не люблю, когда на меня смотрят, когда я делаю. Слишком тихо. Да ладно. Ну, ребенок просто, наверное, заснул. Енот здесь. Енот ушел. Поднимайся наверх и проверь Бэби Лириус. Да почему Бэби Лириус? Ее зовут Глаша. Глаша. Маленькая жопа. Глаша. Глаша, я здесь. Глаша. На тебя енот смотрит. У него глаза светятся. Глаша. Так, ей нужен Мишка. А где твой Мишка? Здесь только сраный енот. Пошел на. Иду, иду, сейчас возьму, подождите, алло, алло. Я Мишку не вижу, сейчас я этого енота опять в холодильник засуну, иду. Сейчас возьму, подождите, у меня тут енот. Так, алло. Эй, надеюсь, что все хорошо дома. Я в ужасной пробке и приду позже. Ах вы, суки, завистливые. Я говорила енотов не пускать. Смотри, здесь одни еноты. Так, еноты. Да не ной, пожалуйста. Сейчас тебе принесу медведя, подожди. Я енотов упакую. Они подожгли твоего медведя, ты прикинь. Прикинь, какие конченые. Да сиди здесь. Вот да, пошел. Все. Сейчас я всех засуну в микроволновку. Ну. Ну ладно. Вот твой горелый медведь. Но он как бы немножечко обгорел. Но ничего страшного, подумаешь, обгорел Мишка. На. Что ты орешь? Что так? Я ору вместе с этой вороной. Что это? We have you, baby. Мы имеем твое дитя. Не надо иметь мое дитя, но маленькое. Find the weapon. Какой weapon? Какой weapon? Где моего ребенка имеет? Так, у меня есть weapon. Открывай дверь. Так, defeat the baby. Отбей бекон. Сейчас отобью бекон. Так, ты бекон. Ты бекон. На тебе бекон. На тебе бекон. На тебе бекон. На. Кого еще? Кто-то хочет еще? Где сраные говнюки? Где они? Где? Давайте, покажите мне этих енотов. Где сраные еноты? Я их сейчас отмудохаю. Нихера себе здесь наш начался дезматч. Где? Где? Усу! На тебе! На тебе! На тебе! На тебе! Где мой ребенок? Стоп за ритуал! Это мой ребенок! Что за хрень? Еноты сраные! Что за хрень? Поиграй с ребеночком. Какой поиграй с ребеночком? Она тут в свечах. Я понимаю, что она маленькая, но это не значит, что нужно делать уже какие-то... А, она хочет стать мальчиком. В ней просто живет дух ребенка в желтом. Понимаешь, она хочет стать мальчиком. Видишь, она даже дрыгается. О, май гад. Поиграй с Бэби Лириус. А как? А как поиграй с Бэби Лириус? Я вот с ней играю. Тебе нравится, как я с тобой играю? Ты любишь, как я с тобой играю? Может быть, тебе Мишку надо дать? Нет? Я не знаю, как играть с ребенком.
ребенком. Как с тобой играть? Полежи на кровати. Как с тобой играть? Play games. А, давай. Все. И что? Может быть, надо. А, вот! Тебя нужно вот сюда посадить. Все! Ее нужно было, оказывается, посадить рядышком, чтобы с ней. Что, мама пришла? Это мама? Или это пришел большой енот? Что здесь произошло? Да, все хорошо. Конец, да? Фин, это конец. Слушай, ну ничего, так поиграли с тобой прекрасно. Провели время. Это было быстро, но прикольно. Мы с тобой задоминировали эту маленькую девочку. Не скажу, что как-то очень сильно отличается от ребенка в желтом, но все равно прикольно. Это была вторая часть этой игры. Как она тебе, пиши в комментарии. Мне понравилось. Девочка миленькая, но непонятно, зачем ей на лицо вот эта маска нужна, для чего. Вопросов много, ответов мало. Не забывай смотреть мои другие классные ролики. С тобой была Тилька, мама. Увидимся, пока.